Что значит быть согласным, стать избранным из всех народов? Что мы должны сделать, чтобы Творец принял нас? Ты обязан служить всем. Это называется, что ты больше всех. Как мама дома большая по отношению к детям, но она служит, она дает им все, она заботится о них. Большой, первый, это тот, кто заботится о всех, кто идет за ним. Раф, можно еще? Не нам быть наглыми? Значит ли это, что мы должны больше, чем можем делать в объединении, и больше, чем, мне кажется, что можем делать в распространении каждый раз? Мы всегда можем добавить. Всегда. И поэтому нет такого, что мы сейчас сидим и ждем, что произойдет что-то. А мы все время должны бежать, делать еще и еще. Это должна быть наша тенденция.